привет! Вот у нас прошли заморозки майские. Томаты мои, слава богу, выжили. Это пожелтевшие листья, это уже на подоконниках, которые желтели, я их высадила. И спас нас вот такой вот обогреватель. Мы его включали эти дни на ночь. И здесь все томатики стоят хорошо. Это меня радует. Даже вот те, которые померзли макушки, вот они померзла, вот эта вот макушечка отмерзла, а вот пасынки между листичек пустила. Вот, и я выведу здесь, наверное, на 3, наверное, пасынка, и будут у меня такие вот томаты, потому что много-то их не было. Вот еще один такой же томатик, что отмерзла макушка, вымерзла, а вот еще такие, такой же и пасыночек такой лезет. Поэтому я оставлю их, такие вот томаты с пасынками, выведу на 2-3 пасынка, и будет у меня, думаю, получить от него какой-то еще урожай. Вот, так что стоят мои томатики. Сегодня высадила также перчики. Нужно будет полить, потому что уже цепится, даже жарко. И уже мы включаем, открываем мы форточку, чтобы была вентиляция какая-то воздуха. И будем дальше смотреть за нашими растениями. Где-то я принесла баклажанчики посадить. Вот. Самокрутки, конечно, они такие дохленькие. Жалко выбрасывать. Думаю, тыркну ради эксперимента баклажана. Потому что я первый, мне не получилось вот таким методом. Они плохо взошли. И я думаю, ай, не буду я сажать в этом году баклажан. Вот. Ну, а эти дохлики мне даже и жалко выбросить. Подумаю, втыркну ради интереса, будет что, не будет что, успеют вызреть, не успеют они вызреть. Вот, поэтому посмотрю, потом поделюсь, конечно, как они у меня выжили или нет. Все-таки, ну, корешки такие в этой системе, очень такие хорошие корешочки. Они такие длиннючие. Вот, видите, тут корешочки наши. Вот, ну, такие вот маленькие, малюсенькие баклажанчики. Надеюсь, они с перцем соседничают, контачат, потому что в том году, когда я посадила баклажаны с помидорами, баклажаны вот в одной теплице, помидоры на той стороне, ой, баклажаны на той стороне, и в этих двух рядах у меня были помидоры, а в той стороне баклажаны. Они такие получились, баклажаны горькие. Я думаю, из-за чего они такие горькие получились? Они выросли, все, но они такие горькие получились. А мне потом сказали, что они от томатов этих, от ботвы, помидоров набираются, это вот горечи. И становятся такими горькими. Ну, я решила, так тыркнула. Будет что не будет, горький будет или не будет, не знаю. А теплицу тратить только на баклажаны жалко. Это нужно новую теплицу какую-то ставить. Поэтому решила так попробовать. И решила в этом году посадить не баклажаны, а перцы. Может, перцы как-то будет, лучше будут контактировать с помидорами. Вот, поэтому посмотрим. Пойдем сеять салат. Вот. Сегодня первый день теплоты, и пойдем сеять салат. Еще хочу сегодня и фасоль садить. Ну, всем спасибо за внимание, и всем пока.